Динамо! Подождите! Подождите, подготовь все по красоте. Подожди, уступи. Сегодня букмекерская компания WinLine приготовила ряд активностей для любителей футбола. Мы дарим футболки Динамо людям, которые проходят регистрацию в приложении WinLine, делают свои прогнозы. Также мы разыграем сегодня 8 пар пригласительных в VIP-ложу. То есть люди, кто пришел наблюдать не в VIP-ложу, может оказаться сегодня в ней. Я уверен, что из VIP-ложи футбол будет еще ярче. Также мы сегодня разыграем в перерыве матча, разыграем футбольный мяч и майку с автографами игроков Динамо. В принципе, вот большое количество активностей. Также сегодня видеоблогер, звезда медиафутбола Эльхан сегодня играет в панну со всеми, кто приходит, кто желает с ним сразиться, поиграть в футбол, поиграть в мяч. Блин, ну такой матч сложно пропустить, поэтому пришлось прям из Москвы срочно лететь, устраивать здесь панну. Спасибо огромное титульному спонсору Динамо Минск онлайн, поэтому организовали это все быстро. Ну и погода уже хорошо, активации классные. Главное, что людям нравится, молодых очень много, приходит на футбол. Футбол классный, поэтому все отлично. Любители футбола! Кто меня позвал? Ты кто? Я тут. Я сосиска. Я самая классная и самая вкусная сосиска. Рублей и выше. И подойти к нашим девчонкам в WinLine Girls. Все просто. WinLine, наслаждайся игрой, остальное за нами. Добрый день. Темное, светлое. Светлое. Ни одно кофе? Худок. Худок. Специально для вас. Как получилось, Николе не моргнул? И если не моргнули, даем мне 5, заряжаемся, хорошее настроение. Все, вот так. Отлично. Только улыбаемся, договорились. Вот, это круто. И пальчик вот так вот вперед на счет 3. Раз, два, три, пальчик вперед, ура! Всем привет. Сегодня болеешь? За Диамо! Ты за мной? Хорошо. А я мяч. Да. Ты хочешь? А судить будешь? Пойдешь? Пойдешь судить? Рыбач! Главный тренер команды Вадим Скрипченко! Чтобы вот получить право сделать первый символический удар по мячу, для каждого ветерана это, ну, большая радость. Для меня то же самое. Я к этому готовился, думал, как не упасть после удара. Разминались? Я зарядку всегда делаю каждое утро. Thank you.
только Динамо! Thank you.
Машину. Она вообще красота.